а смотри, чувак, видишь, тут появилась иконка, что мы открыли имперский храм. А в той миссии мы приебали, кстати. Да? Ага. А где иконка? Где посмотреть? А, вон. Вон, смотри, зелененькая подсвечивается. И что он дает? Да хуй знает, тут и дело. Храмы, посвященные императору, часто встречаются на этой, да, и святость имеет огромное значение. Захват этих храмов позволяет направить их силу в любые отряды, на любые отряды, находящиеся на поле битвы, прикинь. Интересно. Как это, типа, баф будет какой-то, чешо. Святость. Ну я готов, короче, разъебывать. Если я озерчику заварил. Станция связи. Враг понимает значение станции связи и попытается их уничтожить. Захват окон связи. Для силам обороны планеты направить удар артиллерии на выбранные локации. Нихуя. Слушай, нормально. Неплохая хуйня. А я говорю, первое поприкольнее, чем Retribution, в котором мы играли, короче. Больше всяких этих возможностей интересно. Типа можно арту ебашить, если мы станции связи захватим. То как это работает? Интересно. А смотри, нам дадут говно броню для этого, для разведчика, для Цируса. Смотри, литейный завод. Автоматический литейный завод можно найти во всех мирах. Они задействованы в производстве вооружения, амуниции и товаров народного потребления. А будут делать резные самотыки. Защита заводов обеспечит дополнительную поддержку и сделает доступным прямо развертывание турелей тарантул во время задания. Что за турель тарантул? А, ну типа будет с орбиты такая турель падать, помнишь? Угу. Автоматизировано. Ну тоже неплохо. Ну арта по прикольнее, мне кажется. Раз ебует так хуяк. Сахара мало в чаю. Надо будет захватить, кстати. Станцию связи. Сбегаю, сахарку подкинул. Давай, я покажу. Не люблю несладкий чай. Окей, да. Запускаем. Mm-hmm. Чё-то нам расскажет. Командор, орки нанесли удар по очередной критической точке. Ах, они негодяи. Штанишки дадут. Их ведет главарь по имени Скайкилла. Скайкилла! У него в подчинении отряд шаминков. Небесный убийца переводится. Этот орки с примитивными прыжковыми ранцами. А, ну будет прыгать нам на головы. Петухи! Это плохо, у нас все стрелки. Штурмовики, особенно безжалостные орки, они нападают молниеносно, успевают скрыться прежде, чем прибудут подкрепления. Ну да, высаживаемся. Сейчас разъебем. Тех-то. За императора! О! Сержант Цирус. Цирус, отряд скаутов. Mm-hmm. Да потом у него снайперка будет такая. Моднявая. Это снайпер, что-то тимба. Она ебашит, пиздец, как пулемет. Опять город какой-то, блядь. Никого нет. Абдурахманов будем тут убивать. Ну, получается, мы сами Абдурахманы. Потому что нас из Абдурахманов набирали. Нас с этой планеты как бы набрались. Расположение врага обозначено на карте, командор. Наш путь будет отмечен их кровью. Гранат. Продолжай бахвалиться, и тогда опа, кровь прольем мы. Так аккуратнее, аккуратней. Блин, так много. Давай, Шурик, понеслась. Моча по трубам понеслась. Аккуратно, пулемет у тебя бьет сверху. Смотри, на хп-шку. Шел. Блять, а вы куда открывай скрываете? Меня скаутами. Война идет. На жизнь, а на смерть. Отходим! Куда вы побежали? Так, пулемет не надо. Сейчас мы их это застреляем, короче, с вами. По скаутам пулемет не работает. Опа-опа. Новый скилл, как у скаута по тробайке появился. Нет. Странно. У них на один скилл стало меньше. Так, справа пулемет. Справа? Он сидит. Ебать там позиции, пиздец. Угу. Можешь его взорвать? Взорвать его, петуха. Давай его гранаты. Давай этого петушка гранатой, бля, ебану. А мы, блять, опять не такой. Ебать.
Это я Розари применил. Я думал, опять я нажал. Благословение стойкости называется. Так. А, вон, смотри, справа. Нам нужно идти направо, чтобы это, вышку связи захватить. Получается. Ну, того, да. как или, центр... или в центре сперва занять точку, потом. Ну, направо. Да, сначала в центре я тоже думаю. А потом уже направо пойти. Так, давай этих петухов изъебем тут справа. Что тут? Что себе позволяет? Докладывает Сирус. Замечены зеленокожие. Ебать тут. Там сейчас эти прыгать будут. А, суки. Фиг нахуй. Перехватывай Шурик. Ты, кстати, эти стены можешь проламывать бегом своим. Вот эту, да? Вообще, подожди. Да. Там можешь прямо встать и прям пробежать прямо сквозь. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Блин, я не знал, я его отбегал. Тупо пожилый танк, блядь. Стены проламывать. Я не буду этого делать. Чё ты не будешь делать? Поспешим, братья. Зассал, короче, ссыкло. Не мужик. Жик-жик и больше не мужик. Ну-н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 у. Скауты давайте. Ха-ха, пацана подрезал. Так, что, идем в центр тогда? Это там справа это самое, бункер. Тихо, стоп. Давай справа сперва убьем. Да. А то я боюсь контратаки оттуда. Так, как вас посадить-то, пацаны, что вы не сидели? Не сидели. Командор, вы рядом с визанкой дропнешь спрятаться. Захват этой станции. Визанка сила, позволит нам лучше контролировать планету, командор. Эта станция хорошо защищена. Захватить ее будет непросто. Ой, я под огнем, я под огнем. Ходи. Скауты. А куда скаут делся? Скаут тоже убирает одного же ебаного. Пацаны держат оборону в халупе, блядь. Давайте, блядь, скаута. Ща пойдет. Пехота союзников погибает. Пехота союзников погибаешь. Так, я бегу. Да, время уебывать. Ой, ой, ой. Я туда не иду. Так, этот пес с пулеметом. О, пизда, пса с пулеметом разъебали. Пизда, еще одного положили, скаут. Так, жду твою это самое помощь. А то вон того петуха изъебать. Пулеметчик халуп сидит, сейчас я его закинул. Так, там еще он сидит. Только скажем, будем бдительны. Там бункер, ебать. Аккуратней. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас мы бункер тоже подкинем одну. Готовы. Зеленокожие такси, блядь. Притормози, притормози. Куда вы спрятались? Засели, да? Ой-ой-ой-ой. Блять, уперся в эту хуйню, не убежал, прикинь. Блять. Ай-яй-яй-яй. Отходим, отходим всеми. Мы оказались не в то время, не в том месте. Сука, ебать, не хвалят. Да, что-то какая-то хуйня получилась. Надо аккуратнее. Блять, они бегут. Я, кстати, никого не потерял. Ну-ка, босса. Мне гранату закинули в бункер, там покрошило пацанов. Я в бункер занял. Еще надо воскрешать этого братва. Так, давай, пойдем аккуратно, подходим. Вон мне. Пацаны. Ну атакую с дробовиками сразу, короче. Иди первый. Давай, давай. Дробаши, короче, для ближнего боя. Дробаш один.
Это слабо. Давайте своими скаутами вперед. Так. Их не жалко, они новички. Готовься. Оп, оп, оп. Давай, подавляем их нахуй. Ебать. Не пути, не ворвались. На скауты. А, нет. Все, блядь. Скауты лежат, отдыхают. Так, чувак, смотри осторожней. Это проебем. Граната, граната! Все, испугался, я говорю. Бля, мне еще и скаутов положили. Не будете ворвались. Да. Скауты слабенькие, но. Дробовики, конечно, скаутом это такое. Скаут с дробовиком, это все равно, что обезьяна с гранатой. Честно говоря, дробовики всегда бить говном. Ну уже как бы на 100% не прошли миссию, уже два раза откинулись. Сейчас аккуратненько теперь снимем. Пулеметы раз выставлю. Так. Иди, лечись, родной. Лёх. Так. Там остался, ты инвалид, да? А, не, ты, пять. Ах ты, сука! Ты чё, блядь, ты нечестный. А вот так как вам, а? 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 Как вам такое? Отряд скаутов ждёт приказаний. О, скауты отхилялись. Брат, мы не можем позволить себе быть слабыми. Так, есть там кто? Так, рисай твою главную. Угу. Прибыл, командор, блядь. У тебя сколько аптечек? 3. Ты захватывай, да? Угу. Скауты пока бегут. Засядем тут. Как интересно арту сейчас вызывать? Ну, может, она сразу не появится. Видим. Станция в наших руках. А, о, появилась сигнал, блядь. Айлад быстрей, слот. Дополнительные генераторы не будут доступны до вашей следующей высадки. Да, до следующей высадки не будет доступны. А. Понятно. Вот слотов побольше открывать под вещи. Вещи полезные. А получается, вот эту броню нам дали. А, слушай, а броня, вот это вот, наверное, хуйня и есть. Какая? Вот твоя эта неуязвимость. Возможно, кстати. За эту хуйню, наверное, и дали. Ну да. Логично, в принципе. Ну что, продвигаемся. Перебежками. Блин, там машина горит. Так, я сейчас поставлю пулеметчик туда. Так, я становлюсь по центру, ептэмить. Чё не становится, пёс? Скажите, почем течёльная, обнаружены солдаты врага. Где? Где солдаты врага? Солдаты врага. Ух, ебать там, ебать, ебать. Пошла, пошла, жара, пошла, пошла. Нормально, сейчас мать. Они меня положили. Немножко, опа, опа, опа. Сбил, они не придержались. Так, отходим, отходим, бля. Не будет наступать, нет? Не будет наступать, да? Бля, там еще сверху, бля, ебать, чувак, нам бы. Пошли вниз, через низ зайдем. Через низ будет удобнее заходить. Сейчас я наверх постреляю с пулемета, смотри. Да там наверху сидят эти петухи. Сейчас, бля, перестреляем нахуй. Батька. Этих. Война! Да, это Сигма. Хоть и вещь, но он дает сюда. Ой-ой-ой. Скауты.
Ой, блядь! Они двинулись через. Я закрываю. Скаута одного уже сняли. Второй тоже уходит. Я пытаюсь порезать их. По-моему, всех перехуячили. Где мои скауты? А, нормально, по хпшке просели, но потерь нет. Так, еще бегут, еще. Вон не... А, нет, стоят, стоят. Сейчас я верхнего там стреляю, хпшки мало осталось. Да давай, сними его уже, блять. Вот со снайперки хорошо снимать. Становишься он... Я готов продвигаться. Пашня. Будьте бдительны. Я сейчас влечу вон тех пацанов. Ну я влечу, блядь! Почти. Так, у нас тогда перехуяривают. Босс! Пиздец. Я... Блядь, мега развернулась, сука! Нормально, твои папы отстреливаются. Я отхожу. Отходи, отходи. Уходим, 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 все, все бежим. Блять! Чуть тупет-то. Ебать, эта хуйня происходит реально. Ты броню поставил. А куда мой босс ушел? Куда убежал пес? Он на первую базу убежал. А у меня к этому связи. Сейчас побежит. Скажите это сейчас, пока не начнется. Чё-то ты пошел какой-то нездоровый замес. Да там с двух сторон спряжали. Я им невидимость, а это одел. Они в невидимости стоят, нихуя не знают, что делать. А эти пацаны по ним стреляют, и им похуй все настоят. Хотя я нажал X, чтобы они убегали. Так, давайте я сюда куда-нибудь посажу их. Ебать, не застрелили. Посадил. Нормас. Давай, давай, давай! Новый уровень, шире. Так, захватываем. Можно взять... А, ну у меня полная. Скажите это, будьте бдительны. Там танк перевернут. Так, это там эти чуваки слева. Давай сюда по центру поставишь. На левый фланг я поставил. Приказ выполнен. Как пацаны тоже. 4 гранаты у меня, если что. Сейчас я подманю, попробую. Побегут они. Я одну взял. Вот там пулеметчик, кстати. А-а-а, петухи. Ну иди сюда. Бля, они у неё съебались куда-то. Хитрые, блядь. Давай я в них постреляю. Ой, там еще. Снизу. Бегай. О, а вот эти они пошли. А, не, они пошли. Они видят пулемет, суки. Сейчас я гранату через забор, короче. Сейчас пулеметчика ебну и все, блядь. Бам, нахуй, добивай там. 23 стрелка осталось. Ебать, ты сломал там, чё? Разъебался еблищем, блядь. О, чувак зашел. Так, а вот этих пацанов... Че там сидят? А, не вон вокруг домика, короче. Ой-ой-ой-ой. Ебать, них там даки, блядь, я ебал. Скажите это сейчас, пока не начнут. Пулеметы, блядь, перетаскивают. Давай, Шурик, быстрее. Ломай он нахуй всю хуйню. О, выпал бензометч. Отступай! Ой, блядь! Бля, что ты за хп не следишь? Опа! Пацаны, давайте с дрободана их. Сосредоточиться со скаутами по этим петухам. Блин,
меня все на лоу начинают подсадить. Отходи, отходи, скаут. Так. Будьте бдительны. Спасаем Кэпа. Бля, они все возле дома. И там еще этот прыгун, сука, один. Сейчас я размещусь. Атакую. Мы их перемали. Ты в стелсе ходил бы. Бля, у Азарица, походу, должно применение было. Да? Бля, я потратил. Сосай, молосай. А, вот поэтому, наверное, надо больше захватывать их. Типа, сколько захватим, столько применений, наверное, будет. Ну, это такая теория, конечно. Живучая тварь. Ну он под углом просто плохим ставит, сложно просто. О, все. Крепитесь, братья. И сайте босса. Сила наших врагов. Командора! Все, я командор риснулся. Командир, блять. Блин, ту кнопку нажал. Че, захватим этот бункер, ебаный. Только с бочем дежурной. Всех покрошим, чтобы побольше очков получить. Так, а как бы тут засесть бы? О, слушай, ты можешь пулеметчика сюда посадить, в дом. Бегут уже. Да. Ты попробуй этих посадить. В верхней там, это без избушки занялись. Не, пускай тут сидят. Такс. Ну чё, пацаны, сюда? Командор, полевой генератор еще не готов. Вам нужно дождаться следующей высадки, чтобы установить контроль над другим стратегическим объектом. Панцирь очищения. Я не могу этого делать. Брат, ну там очень много чего. Меняй позицию. Пулеметчик упал, но они тебя, блядь, сразу, блядь, застреляют, нахуй. О, стреляют, нормально. Зеленая волна готова захлестнуть нас. Пулеметчики халтурят. Не иди вперед, нет пулеметной поддержки. Хожу. Тут где есть. Ай. Я сказал, ты жив. Эй, чувак только идет под пулями. Цены. Живучий, сука. Так, рванем нахуй. Да исполнится воля его. Минус халупа, блядь. Били одного героя. А уже не надо. В халупе не жить, блядь. Я и бэтом сидеться не. Давай, занимай позишн. Отряд скаутов ждет приказания. Да там проще, по-моему, гранаты подкинуть. Какие-то матерые пацаны. Так, отвлеку. О, не отвлек. Братья, перед нами противщик. Зеленокожие такси, блядь. Давайте, давайте. Притормози. Да ты врывайся, ты убьешь два отряда стрелков, все, без пулемета. Сейчас, подожди, а у меня не похиленный. Чего, кстати, он не похиленный? Поспешим, брат, сюда. Будем стреляться с ним, раз похиленный. Ебать, это заливает. Еще не хотите подходить? Выходите. А, молодцы, молодцы. Ну, ты стрелочка. Че не хиляется, пес? Хиляйся, еб ты иметь. Давай, всеми силами последний отряд, да? О, летят. Перехватывай. Положи. Отлично, космические десантники.
Вот хуйню мы захватить не можем, да? Да, ну, я так понимаю, да. Одну за раз. Скажите это сейчас, пока не началось очищение. Очищение. Нам до еще две точки захватить, и все, и босс. Будь маленькая миссия. Так, ничего. Че у нас тут вверху? Ага, сидит пулеметчик. Да, давай скаутами, наверное, по-тихому. Да, взорви его, нахуй. Неохота на лестницу просто штурмовать. Перед нами противник. Не забывай включать стелс. О! Еб ты, блядь. Бегай просто, бегай. Дерись. Ладно, хоть. Ну ты зря X просто, надо просто отбежать и все. Ну да ладно. Так, недалеко, в принципе, побегу сейчас. Сейчас мы, короче, блядь. Лох! Получится. Но. Спиняк ему. Откуда они стреляют? Скажи быстрее. Вперед! Мать вам, ты куда побежал? Ой-ой-ой. С фланга. Всегда готовы к бою. А, попали туда. Я не буду этого делать. Решек шутит. А, еще болтер. Синки дали. Ой-ой-ой, тут этот пес. А, ну все, пизда. Ебать ты, зарызал. Ля-ля-ля, еще добил. Опасное дерьмо. Так, подходим. Будем очищать их нахуй. Один он ничего не сможет. Да, так вот даже. Возьми. Так. Солдат, будьте бдительны. А что там наверх? Наверх можно справа там или слева? Босс файт наверху. Будьте бдительны. Так, там вон пацаны сидят. Замечены зеленокожие. Справа. Петушки. А мы захватили точку? А мы точку не захватили, кстати. Мы не захватили с кого-то. Все на них тулу работает. Однозначно. Так. Подманиваем этих петухов. Ай-яй-яй-яй, подманил. Ты торопился, ты, конечно. Сейчас разложится. Так, скауты захватили точку. Подавляем его огнем! Ну все стреляют! Просто хату сложили, короче. Подвигаемся до совершения захвата. Так, там еще вон внизу сидят какие-то. Сюда, пацаны! Подошли сюда все. Ну-ка. Ну чё? Да, даже так! Ну нахуй! Чё себе позволяете? Ну нахуй! Разлетались по кустам. Ебать, чё, ну вы? Нахуй, все, свободно. Все, цесали. А что там есть, там что на этой хуйне? 100% врагов убить. Нет ничего. Все, надо идти на босс, получается. Пошли на босс. Так. Сажаем на победу, так сказать. Как можно вот эту хуйню пока. Что там такое? Да, взял. Так, вот, можно их, наверное, сюда посадить с чего-то. У тебя максимум аптечек не тратил? Да, у меня 5 штук. Ну все. Так, я около босса тусуюсь, можешь сажать своих пацанчиков. Ждусь. Ну и где ты, пес? Выходи, подлый трус. Я вот. Ух ты, ёб твою мать!
станешь прахом под моими подошвами. Ебать. Вот кто-то приземлился. Вперед, пленных не брать. Тут один пленный. Так что я похиляюсь. Готов прижать. О, заметь, теперь не на один раз это... Смотри, тебе снимает 1/5 жизни с удара. Может тебе бегать, чувак? Что типа, чтобы он бегал за тобой. Боли. Типа время тратил. Да, убил? Типа кайтить его. Да он подавился, блядь. Так, делись. Давай. Граната. На твоих. Ой, блядь. Ебать, он охоту, блядь, сложил, чувак. Так. Мои отступили, но сейчас побегут назад. Так, я его это сам... Ах ты пёс! Так, давай, стреляй, я его буду водить! Хороводы, да, блядь! Лучше водить. Что за хуйня? Это он удар сейчас нанесёт. Ура! Ой, сейчас пойдёт, прям... Ебать, разлетелись! Я не думал, что так там будет. Ебать. Пацаны, давайте. Так, бля, ага. Вадим. Так, сейчас будет прыгать. Расходимся, блядь. Надо не обязательно отводить прям на базу, можно разойти. Перехваты, он сейчас там будет, этой точке. Бля, у меня хп мало. Кидайся. Давай. Аптечка. 3 штуки. Ничего, в принципе, юзай. Сейчас берем еще сич. Надо стараться не пучковаться. Так, он прыгает, на твоих прыгни сейчас. Блять, скауты, вы че? Вот ваши. Бегу. Давайте. Прыгай, ты твоих. Бегу туда. А, не сильно бегу. Сейчас, блядь, откинуты. Ну, а тебе пес. Это же это легче какой-то пес. Вражеские бомбы! Бомба! Ебать, он бомбу кидал. Бля, он мою все-таки положил. Сука, отвлекся на бомбу. Блять. Воскрешай, ну, скауты. Сейчас бегут. Пока он бегает за моими. Давай. Бать, ты, блядь, серишь нахуй гранатами, блядь. Скауты бегут. О, отлично, подавляй его. Так, на твоих прыгает. Рисаю. Нормально. Пассиандр. У тебя сейчас прыгнет, блядь. Ходи, спрыгни. Ты вон шатнет. Давай ты, да, зарежь те уже, пацаны. А то, что это... Быстрее, бери. Знамя Кромус. Быстро, громко и опасно. Враг уничтожен, командор. Еще ура, один зеленокожий погиб. Приготовиться к эвакуации. Окей, шеф, эвакуируемся. Все в точку. Высадились, дали пизды. Победа. Ну, штурмовик. Лучшая сказка, блин. Как это обыкновенно, вообще ни о чем. Ярость. Убито 94% врага. Скорость 2. Завершить за 31 минуту. 4 минуты. А, ну мы Лев, даже плюс меньше. Дару, да, и выпать всем. Ой, лень дали. Погнали. Сейчас будем. Кошка. Превосходно, командор. В останках орков Скайкила и Гатренчи вы нашли важную улику. Оба они недавно были на шахте Фелхаммер в горах за пределами Аргуса. Кто бы ни направлял орков, да? Их база должна располагаться в шахте Фелхаммер. Шахте Фелхаммер, правда? О, можно сейчас будет захватить, кстати.
Да, новый пистолет у тебя, что ли? Да, 4-го левела. Ну-ка, где? К навыкам предвестник страшного судашвик. Оля, есть ну-ка, этот? Ну-ка, пошла. Сигнум с артиллерией. Имперской гвардии на Кроносе. Сражение против Имперской гвардии — это странная история, которая в Ордене, это все в Империи, мы хотели бы забыть. Во время этих сражений был найден журнал роты 1-го полка освободителей Кроноса, где автор описывает болт-пистолет как трубный глаз, возвещающий начало страшного суда, преследующего наших солдат. Папа, ты броню новую надел? Да. Она дает, смотри, плюс 6 урона выкапываешь. Ля-ля, у тебя такой, типа, этот орел стал серебряный. Плюс 2 к сквести, плюс 2 к навыке рукопашного боя. В общем, на урон чисто у него. Так, ну тут качать вот эту, естественно. Опа. Усердие, талант. Бля, а куда еще одну очку кинуть тогда? Прижимочки, дай дальше. При поведении специальной атаки в ближнем бою командор несет ясный удар. Да, пускай же участь будет. 200. Так, надо взять теперь авиаудар. Кому? А, скаутом. Скаутом могут взять. Да, скаут. Тем более манна много. О, есть! Снайпа. Снайпа, нормально. Для двух рук. Прикольно. Снайпа дает пиздатую тему. Можно будет снимать в зданиях. Ебать, такой глушак этот. Так, ну тут сразу вот эту. Еще и они так выглядят прикольно. Глушак такой, блядь. Да-да-да. Четкий пацан, на туре четкий. Да щи. О, как раз издалека будет этот самый авиаудар им ебашить. И снайпы. А штаны хуёвые дали. Вообще ни о чем. Непрощенная правда, болтер для двух рук. 87 урона. Огонь по площадям повышает защитные свойства укрытия, если цель заброшена сверху. Прикольно. Еще один болтер, изготовленный в кузнице мастера Исака Иорданца. Говорят, что болтер был назван в честь святой воды, святой правды императора, уничтожая всякую ложь. Другие говорят, что настоящее название болтера — непрощающая правда. Бля, ебать, болтер, чувак, ты видал? Угу. С оптикой, ты посмотри на это, да, как да, он да, смотрится. Золотой. А у этого авиуса? Ой, ебать, у него тут... При попадании из оружия ближнего действия исцеление здоровья с вероятностью 1%. Цени у авиотаса. Два ствола на 4 уровень получается. Светлость один три... попадания. Да, да, два ствола. Ну и тот старый. Сейчас, подожди, а то броню кому одеть, да я подумаю. Это надо 14 брони и плюс милишных, а защита от милишных атак. О, смотри, а броня при попадании из оружия ближнего действия исцеление 18% издаемся. Да, да, когда тебя будут бить, шанс, исцелишься. А, то есть там... Ну, то по броне она такая же, как у тебя, в принципе. Ну, наверное, у тебя покруче. У тебя скорость, рукопашный урон, да. Ну, тебя... да. Благодаря отваге, отправленной во время кампании Кроноса, сержант, ну, вариант... У меня получается на урон, а так-то, может, конечно, и на хилку. Ну, ладно, я одену там... кому-нибудь. Тут. Да, но там... Много чуваков с хуевой броней. Вот тут пулеметчик хуевый, в принципе. Там просто вероятность. А вот эту мы разберем. Вот эту белую, короче, до 2 уровня. 20 опыта. Так, и пулемет, да? И штаны пулемет нужно, кстати. 4-го. Тоже снять. Ну, разберись. Разобрать. Да, в принципе, они только на него идут, типа, ну, на, да, на один отряд только. Так что там можно разбирать, если есть круче. Так, вероятность при попадании всем находящимся рядом. Больше не будет. Перезаряжается реже, короче. Чистильщик залива победы называется. Быть шмалит. А что у него получается? А у него бонусов нету. А у того убить ксеносов... Не, у него есть бонусы. У него перезаряжается реже, и стрелковый урон 6%. А ну, у того, все, смотри, светлый, 70 попаданий, 10-70. А ты не можешь, кстати, знамя одеть, не? Еще пока нет, 5 уровень нужен. Знамя, да. А где вообще оно? Даже не вижу. Да вон, экипировка командира. А, да. Дает способность собраться 4% случайского состояния героя. Да, ну, а, знамя это самое. Специальная это ячейка, что ли? Да, это для командира, только командир носит. Ну, окей. У него нет пока ничего, видишь.